Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Ну что, поехали сразу на матч. Подбор соперника. И это у нас Боурато. А какую я колоду-то взял? Блин, я колоду взял, по-моему, не то, что надо. А, не, нормально, нормально. После каждого хода все карты здесь получают один к силе. Вот спрашивается... Ладно, фиг с ним. Угу. Так, превращается в карту Халк. Ангела поставил. Ну, давай, 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 ставь ангела. Ставь ангела. А мы можем что делать? Мы можем бомбануть все это дело, верно? И никакого Халка у него не будет. До свидания. А у меня будет. А у меня будет Халк, ребята. И еще я сделаю вот так вот. Угу. Давай, 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 давай. Ставь. Ну что, Манор, пора. Блин. Ладно, фиг с ним, уничтожим Манора. Просто у нас это не прокачается. Понимаешь, о чем я? Кстати, надо снэп сделать. Угу. Почему он не бомбил? Ты мне объясни, блин. Зашибись, ребята, он не бил вообще. Это последний ход у нас, что ли, сейчас? Так, так и так. Кто выиграл? Он, наверное, да? А, я? А почему я, ребята, выиграл? Понял. Мы выиграли по очкам. У нас 28, а у него... А, у нас 29, а у него 28. Все, понял. Ну, что я могу сказать тебе? Очень даже неплохо для начала. Для начала очень даже неплохо. Так, забираем здесь награду. Так, выиграйте на локации силы 10 и меньше. Я не могу понять, почему Манора мы не уничтожили нашим этим. Почему так происходит? Я, например, не знаю, ребят. У меня нет слов. Он должен был Манора просто уничтожить. Но этого не произошло. Здесь нельзя разыгрывать карты на шестом ходу. Ну и фиг с ним. Главное, чтобы мне что-то досталось. Давай, наверное, снэп сразу сделаем. Электро. Прохиндей ты, а, несчастный. Карты стоят на один меньше. Так, вытягивайте карту в конце каждого хода, если побеждаете на этой локации. Давай попробуем вытянуть. Ракета. Что будем делать, друзья? Собаку сюда ставить или как? Да, поставим сюда собаку. Этих я ему уничтожу, наверное.
вытягиваем карту. О, да. Хорошую карту ты мне вытянул, бро. Хорошую. Это прям одобрямс. Но если я сделаю, например... А вдруг я так напортачу ему, а, только? Ладно, поехали, попробуем. Блейд. Что сделать дальше? А дальше убираем. Убираем, да? При раскрытии все у нас идет при раскрытии. Ладно, давай, давай попробуем. Я не знаю, кого он сюда может поставить. Казара, наверное. Корга. И последний у нас ход. Последний у нас ход. Вот я не знаю даже, что сделать. Ну давай, наверное, вот так вот поставим. И... и вот так. Интересно, будет взорваться или нет? И кто там? Ну... выбор, ребята, очевиден. Да? Победа за нами. Ящерицу, да? Выжидал ящерицу специально под железного человека. Но, видишь, этот фокус не прокатил. Зачистку мы там нехислую сделали. Поехали дальше. Блин, вот этот хоп-гоблин, я даже не знаю, ребят, стоит ли вообще его держать у себя в колоде. Липкий, но прочный. Липкий, но прочный. Здесь нельзя разгрузить карту, которая стоит один. А здесь можно? Вот если, по идее, вот если я его уберу, вот зачем он мне, ребят? Если мы его все равно нашим этим кинжальчиком уничтожим. А опять же, а вдруг тебе не выпадет кинжальчик, да? Как бы тут бабка надвое сказала. Либо кинжальчик, либо не кинжальчик. Хорош там со своим повторным повторением. Опа, у него тоже есть этот охламон, оказывается. Тогда я буду рад нашему кинжальчику. Опа. Опачки. Который стоит один, а у нас стоит ноль. А что интересно у него за колода? Давай-ка, наверное, снэпчик сделаем один. Ты посмотри, он прям как я. По карте противника вытягиваем. Лич. Ага. Слушай, а вот это что такое? При раскрытии снижает силу остальных ваших карт в этой локации.
силу остальных ваших карт. А нафига мне эта карта? Беспонтовая какая-то карта-то, если честно. Ну согласись, просто беспонтовая карта. Кто у него здесь? О, щит, вот это плохо, ребят. Тут надо, наверное, личеном бросать. Закидывать как можно быстрее. Закинул лича, ребят. Ты гляди-ка. Почему не карта-то вытягивается? Не могу понять. А, оба игрока вытягивают. Давай сделаем вот так вот. Плюс крыс снижает силу всех остальных карт на один. Всех остальных ваших карт на локации на один. Вот этого я не пойму. Сила ваших карт не может быть снижена. Не может быть снижена, да? Даже не знаю, ну... Закончим пока ход, наверное. Подбьешь? Нафиг, правильно, в трубу его. Итак, последний ход, ребят. Последний ход. И здесь я, наверное, сделаю вот так. Плюс один к энергии, ну, уже как бы не актуально, если честно, да? Здесь у него ничего нету. Силу карт нельзя понизить. Ну-ка, подожди. Снижает силу остальных ваших карт в этой локации на один. Кого он там сейчас будет выпускать? Молодец. Одобряю. Одобряю. Вытянул эту карту, поверь мне, он вытянул у меня. Вот эту вот. А у него какая-то фигня была, на самом деле. Беспонтовая, просто беспонтовая чушь, которая мне и даром не нужна была. Так, ну что, давай тогда, наверное, сейчас. А кто у нас хочет прокачаться? Какая карта? Наверное, вот. Ну да. Две энергии в плюс. Барон Морда. Буквально чуть-чуть не хватает до награды. Ну что, еще партийку? О, подожди. У нас задание есть? Задание есть, но я хочу еще, ребят. Выиграйте на локации силы 10 и меньше. Разыграйте карты стоимостью 3. Разыграйте карты стоимостью 2. Вот это что тут? Выполните ежедневки. Ну вот сейчас мы выполним ежедневки и возьмем с тобой еще немножко кредитов. И сможем какую-нибудь карту апнуть, я надеюсь. Давид. Давид и Голиаф. Да, правильно я сказал? Ну вот, ну... Так, указано здесь 20... Блин. Вот это вот, вот нету ничего, ребята, хуже, когда выпадает вот такие вот карты. 6, 4, 5. Не 1, 2, 3. А именно 6, 5, 4. Это просто трэш. Берете карты с базовой стоимости 1 в свои колоды. Ну, спасибо хоть на этом. Спасибо. Поставим сюда.
А он не боится быть уничтоженным? Походу, дело не боится. Так, Накия, да? Ну... Давай сделаем так. Вот я, ребят, сейчас не удивлюсь нисколечко, если он сейчас сюда будет спокойненько выставлять карты и... Даже так... Что это такое? Так, постоянно. Карты вашей руки прессуют на один меньше, но не менее одного. Ай, блин, ну что ты делаешь? Ну что ты тупишь-то, твою... Налево, но опять же Джессика Джонс, ребята, у меня на 8 не прокачается. Твою налево, у меня вот это вот постоянно забываю, ребята, что последний ход. Последний ход. А ему только одну карту можно выложить. Пускай она быстро. Вот она, ребята, сила песочного человечка. Вот она, сила песочного человечка. Так, кстати, он у нас может прокачаться, если, конечно, у нас хватит. А у нас не хватит. Так, разыграйте карту стоимостью. Понимаешь? Он рассчитывал там на какую-то определенную комбинацию, возможно, да? Ему нужно, например, было две карты выложить. Ты песочного человечка выкладываешь, и все. И ты ему просто перекрываешь кислород. Плюс один к силе, да? После каждого хода все карты здесь получают плюс один к силе. Ну, мне только морду туда, если ставить. Других вариантов нету. Можно, в принципе, влепить. Кого? Да никого там не влепишь. Хм. Интересно. Девки пляшут. Так, после третьего хода все карты здесь превращаются в Халка. Он знал, ребята. Он это знал, да? Так, ну что, посмотрим сейчас, что у нас получится. Получится ли вообще что-нибудь. Вот первая локация меня очень, ребят, подкупает. Как меня вот это напрягает, а? После третьего хода, не забывай. Карты превращаются в Халка. Мне не страшно, ребят, теперь. Теперь мне не страшно. Почему? Потому что есть вот такой вот Шанг-Чи, который уничтожит всех Халков, которые здесь будут стоять. Поэтому я сделаю вот так вот. Ну давай, блин, без вот этих вот выпендрежей своих, пожалуйста. Человек-муравей. Мне почему-то кажется, что у него тоже есть Шанг-Чи. Не знаю почему, но вот так вот складывается впечатление, что он у него есть. А вот зачем ему Человек-Муравей здесь понадобился? Я не знаю, ребят. Но он у него есть. Стронг. Опонент снапт.
Почему он так уверен, а? Почему он так уверен, что... Что он здесь выиграет? Ну, допустим. Ну, что он здесь сделает? Он сюда что-то поставит. Он поставит какое-то увеличение, да? Эту локацию я одним словом проиграл, скорее всего. А вот за... За другие, наверное, стоит побороться. Давай смотреть. А что здесь за карта? Понятно. Проиграл он, короче, ребят. Причем круто. 8 энергии мы получили. Я считаю, что это вообще великолепно. Получаем награды. Одного балла не хватает, чтобы прийти нам на 16 ранг. В свое время меня кто-то пугал, ребята, что на 20 ранге будет полная задница. Полная задница будет, знаешь, на каком ранге? Знаешь, на каком? На 50-м. Вот там полная задница, ребят. Полная просто. Полнёхонькая, я бы так сказал даже. Ну что, давай. 6. А можно что-нибудь такое получше? Так, тут тоже 6. Ну, можно где-нибудь, чтобы 8 или 10? Ну-ка, какой? А, ты не хочешь. 4, это слабо. Космо, ты сколько даешь? Тоже 6. Почему-то только все по 6 дают мне. Дедлок. Тоже 6. А ты? Ну, Джессика, ты-то хоть... А, Джессика дала бы... А, так 400, ребята, надо. Все, я понял. Тогда давай. 400 нужно. А у меня 370, поэтому... Ну, давай, наверное, этого... Блестящий логотип, ребята. Блестящий. Сколько у нас там? Так, тайник получим, да? И 10 бустеров. О-о-о, разрушитель. Так, при раскрытии уничтожать другие ваши карты. Слушай, ну, мне кажется, его стоит брать в команду в нашу, да? 15. То есть, ты представляешь, если у нас даже карт там нету, допустим. Можно рядом с собакой его поставить, но я имею в виду с космо, да? И он ничего не разрушит, потому что у него не будет работать это... О, еще 200 кредитов. Слушай-ка, еще 200 кредитов, это вот 270. Мы еще можем, ребят, прокачать. Сейчас посмотрим. 2 всего, не хочу. Есть что-нибудь получше? Карнейдж, вот. 4 уже более-менее. 2, ну, слабовато, ребят. Карнаж, вот самое то. Так, это еще плюс 4, да, вверх. Еще один тайник. Замечательно. Мистер Негатив, так, при раскрытии меняет местами силу и стоимость всех карт в вашей колоде. Местами силу и стоимость всех карт в вашей колоде. Меняет силу и стоимость. То есть все наоборот, да? Но это нужны такие карты, которые, например... Я даже не знаю.
Ну, какие, например, такие вот у нас есть колоды. Колоды обманки, их так можно назвать. Ну вот, например, да? Он будет стоить 3 энергии, а выдавать будет 5 силы. Или вот здесь вообще замечательно. Будет стоить 1 энергию и выдавать 5 сил. Плюс еще пантеру выкидывает. Но опять же, ребята, это нужно в то... Вот здесь тоже неплохо. Стоить будет 3 энергии, а выдавать будет 5 силы. Ну и вот здесь то же самое, ребят. 3. Ну, в общем, негатив, в принципе, ребята, неплохая карта. Если так разобраться-то по большому счету, да? Негатив, да. Такой. С ним надо будет, ребята, подумать. И, в принципе, мне кажется, можно будет даже неплохую колоду составить. Просто представь, негатив меняет. Правда, он стоит 4 энергии и минус 1, но он, наверное, того стоит. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Кинжальчик, я бы, конечно, бы... Да ядрен, смотрю, ну... Еще и минус 2 к силе. Постоянные эффекты здесь удвоены, говоришь? А у нас все только при раскрытии, да? Ладно, давай сделаем. Так, что у нас тут? Хоп. Аджук. Вот жук-то навозный, а. Знал, что ли? Чего там? Ох. А нафиг я его ставлю-то сейчас? Ладно, черт с ним. Так, он пошел там карты, да, тянуть. Да никого не ставить. Вот здесь, ребята, просто не повезло мне с картами. Че, лича закидывать потом в следующий раз? Или доктора осьминога? Что делать? Силы передаются другим локациям, да? Давай проверим. Так, электро у него там. Смотри, а. Так. Что там у него следующее? Кло. Последний ход, друзья мои. Последний ход. А последний ход мы сделаем с тобой проще. Так, это будет 22, да? Подожди. Электро. Три четыре, да, он вытягивает. Ну давай проверим. Кого он сюда перетянет? Утырок ты! Мелкий говнарь, ребята. Просто мелкий говнарь. Перешел и ударил сюда.
Вот этот вот, да-да-да. Он ударил и буквально один балл. Профукал я, продинамил. Ну, а что же там поделаешь, ребят? Там ничего не поделаешь. Я хотел как лучше. Нет, ну можно было бы, конечно, что-нибудь другое влепить. Я не знаю, вот этот как-то вот не складывается у меня здесь вот в колоде в этой. Не вписывается, друзья. Просто не вписывается. Если после хода здесь осталась хоть одна карта, она уничтожается. Он при раскрытии. Ну, мы можем его поставить, знаешь, где? Где собака у нас есть? О, как он делает, да? После четвертого хода здесь нельзя разыгрывать карты. Может быть, разыгрывать здесь и нельзя будут карты, но их можно будет ему оттолкнуть, насколько я помню. Так, а что вот это делает? Если у вас есть преимущество в 10 очков сил, дают плюс 4 ко всем локациям. У него это постоянный эффект. В 10 очков, да? Но Strange Fist. Что будет, если... все, здесь нельзя, да? Кого мы там вытянем? И? Поехали. Да, он сдался, ребят. Все. Дрестуна впустил. Просто Дрестуна пустил. Все локации ему запечатал. Просто все локации запечатал. Вот этот Октопус, он хорош, ребят, когда ты что-то планируешь для последней карты, например, Одина воткнуть, да? Ну, к примеру. И Октопус вытаскивает, но не Одина. А что-нибудь другое, что там? Здесь нельзя уничтожить карты. Ну, плохо, что здесь нельзя уничтожить карты. Так, он подготовил почву. Блин, у меня намного лучше карта вылетела, ребят, чем у него. У него какой-то несчастный корк. Там выпал. У того, кто, у кого больше карт, да? Погнали заполнять. Что ты там? Шторм. Угу. И вот тут я обломался, блин. Как его, подколоть или не стоит? Эту карту он сюда может переместить, вот в чем дело. Подожди. Давай все-таки сделаю вот так вот. Лишь бы
Лишь бы не напортачить. Давай смотреть. Так. И так. Идите сюда, ребятушки. Опа. Нормально? Вот так вот магнит разбирается с неверными. Да. Просто шикарно. Взял, перетянул чучундру там, которая сидела, думает, все, типа, все будет хорошо, меня никто не тронет. Мы взяли ее просто-напросто и вытянули. Прекрасно. Просто прекрасно, ребят. Нет у меня слов. Идет игра прям вот, прям как по написанному. Но рано или поздно кончится это все веселье наше. Понимаешь, вот здесь вот хорошо, ребят, когда у тебя карты легенькие. Единички. И вот когда они получают так вот плюсик. Что там, что у тебя там? А что так дешево стоит, что ли? Скинул, да, с руки? Так, на первом ходу больше нельзя разыгрывать. Ну, давай сделай так. Блин, не успел. Почему, блин? Ну все, сюда он больше, наверное, ничего не будет ставить. Ну, будет ставить. Но не то. Блин, при раскрытии. Так, три. Я сейчас ничего не смогу поставить. Только лишь вот так, если. Ангел же без способностей. Да, вампир без явы тут ничего не скажешь, ребят. Последний ход. Как думаешь, сработает? Ну, по идее, вампира мы перетянуть должны. И вот это вот. До свидания. Шикарно, друзья мои, просто шикарно. Фью. Просто взяли, карты отняли у него там. Все, опять магнит, ребят. Сделал свое доброе дело. Во благо нас. Все у него хорошо получилось. Так, разыграть карты стоимостью 3. А что там вообще за задание-то у нас? 3 и разыграть карты стоимостью... А, стоимость 2 и 3. Получаем мы 150 очков. 150 очков. Ну... Оно того стоит. Ну, давай еще партийку тогда забацаем. Outlanders. Просто, ребят, надо сегодня поиграть, что уже третий час ночи. Третий час ночи. Я дрынки сижу, а мне завтра, послезавтра на работу. Точнее, завтра уже получается, да? Плюс 2 к силе. Ну, давай ставим так. Почему-то эти получили плюс 2 к силе, да? А этот не получил. Почему? Непонятно. Так, опять у нас своих этих. Подожди. Карты слева, да? Перетягивают карты слева.
Хотя, если у него там будет этот охламон, как его звать? Скажи мне, я скажу. Маг-то этот, кислый щей. Во-во-во, Доктор Стрэндж. Я именно про него и говорил. Точнее, я его имел в виду. Вот так вот. Так, добавляет случайную карту. Серьезно, вот такую фуфлянью ты мне подкинул. Давай так сделаем. Накия. Ну что, давай сделаем постоянно, да? Одну лишь карту постоянно. Эта локация, по-моему, у меня проиграна получается. Клок. Так, ну он сейчас может перемещать куда угодно и как угодно. На эту локацию, да? А вот будет ли он перемещать? Кого он тут может переместить? Не знаю, ребят. Одну карту только можно. Совсем забыл. И последний ход у нас. Ну что, подкинем ему говнеца с тарелочку. Ай, да, хороший, хороший вот эти вот песочный человек, прям, прям великолепен. Я представляю, когда ты такой в обломе там думаешь, потираешь ручки. Ах, сейчас я там выставлю это, а тебе бац. Парень, а ты только одну карту можешь выставить. И ты такой, а как так-то? Просто в штанишки наложил и все. Так, ну что, давай прокачаем. Кто у нас тут хочет прокачаться? Ты что ли? Ну конечно же, конечно же, друзья мои. Misty Knight. А какой смысл это от нее, от этой Misty Knight? Она беспонтовая. Ну что, нам надо еще, да, по-моему, там одно задание выполнить. Разыграйте карты стоимостью 2. Да морда не выпадает. Я бы уже бы давно бы, ребята, разыграл бы. Морда не выпадает. Ну, морда. Это я просто его называю. Номобот. Номо чё? Номоботи? Ну, ядрёт. Ну... 5, 5 и 6. Ну куда? Ладно, если он сейчас будет выставлять единички, это будет плюс для меня, потому что у меня есть Killmonger. Я, кстати, не могу, ребята, вспомнить, кто такой Killmonger. Можете мне подсказать, где он вообще был? Где он присутствовал, этот Killmonger? Killmonger. Это случайно не с Вакандой там связано, нет? Все карты здесь получают плюс 2 к силе после 5-го хода. Тор. Тор он позвал. Давай так сделаем.
За 2 единички энергии мне. У меня 5, 5, 6, 5, 4. А что она делает? На следующем ходу карты в руках всех игроков будут стоить 4. Ну-ка, давай. Будут стоить 4 энергии, что ли, я так понимаю. Но это хорошо для меня, ребят, потому что у меня дешевле нет карт, у меня только дороже есть. Ну для него же это тоже хорошо. Так, у меня 5, у него тоже 5. Можно переместить на эту локацию карты. А будем... Стоит ли мне перемещать? Вот в чем вопрос-то, стоит ли мне перемещать? Нет! Давай-ка сделаем вот так, наверное. Мы ему сейчас сюда закинем, потом можно будет, в принципе, доктора Октопуса. Я думаю, никого вопроса больше не возникло, да? Доктора Октопуса я хотел поставить. Последний ход. Доктора Октопуса, блин. Ну ты речек даешь. Так, что там разыграть? Нам нужна еще одна карта, ребята. Ну, за 2 у меня только, по-моему, морда, и все. Сувампти. Так, превращает одну, так, понятно. Так, плюс 3 к силе, карта с наибольшей силой. А здесь, карта здесь получает плюс 1 к силе. Давай так сделаем. Будем прокачивать нашего пса. С наибольшей силой. Он опять сюда, да, с наибольшей силой. Ну, как вариант сделать вот так вот. Опа, это что такое, ребят? Дракс? Если противник разыграл, то здесь на этом ходу плюс 3 к силе. Ну, я не разыгрывал. На этом ходу ничего. Так что свистеть мне не надо. Я вот думаю, как тут лучше сделать-то. Карта здесь получает 1 к силе, да? Мне хочется разыграть, но я не знаю, будет ли от этого... Ладно, поехали. Я рискую, ребят. Кого он там ему вытянем? М-м-м.
Минус, да? Седьмой ход будет. Знаешь, в чем проблема? Что мне вот этого гада не звается. И это проблема. По-моему, я здесь сфейлился, друзья. Я не удивлен. Я знаю, что мы выиграли. Жалко, электро мне не выпал. Или песочный человек. Было бы намного интереснее. Ну что, ребята, по-моему, в плане еще не все. Надо морду еще раз разыграть. Ну, давай. Еще раз, ребят, разыграем морду. А, я же его не разыграл здесь, ё-моё, точно. Чё я говорю-то? Я морду не разыгрывал здесь. Потому что его и не было, он мне не выпал, по-моему, даже. Здесь нельзя уничтожить карты. Ну, раз здесь нельзя уничтожить карты, значит, ставим вот этого сюда. А он там пускай что хочет делает. После третьего хода потасует вашу... Потасует вашу руку в вашу колоду. Мантис. С Мантис ты тоже, парень, обломался, я тебе скажу. О, блин, о да. О да. О нет, ребята. А вдруг у него будут слабенькие карты, а? Давай пропустим. Джаггернаут. Вот было бы, ребята, очень чудесно, если бы... Вот и морда. А вот, ребята, и морда. Ладно. Угу. Вот так вот, да, значит, гаденыш. Здесь нельзя разыгрывать карты на шестом ходу. Сделаем ему заподляночку. Маленькую. И закроем это убежище. Пускай он там с гоблином с этим сидит. Смотри, он не успокоится, а? Пускай теперь сидит там. Твою налево. Смотрим, друзья, что тут, что он там выставит наверху, я не знаю.
Ты серьезно? Друзья мои, вот. Я бы не подумал, зачем он туда его поставил. Ну, бесполезно вообще. Эта локация и так практически его была. Зачем он это сделал? Я не знаю, друзья. Я не знаю, но я знаю одно, что сегодня мы поиграли великолепно. Практически фейлов не было. Вроде все нормально, без глупостей, как говорится. Да? И так, а сколько у меня этих жетонов? 700. Нифига себе, это что такое у нас? При сбросе из вашей руки добавляют случайные карты 3 штуки в нее. Даже так. Можем вот это, кстати, прокачать. Но это плюс 2 всего лишь будет. Почему-то это 115 стоит, а этот 150. Плюс 2. Ну давай. Прокачаем трехмерочку. 3D. Да-да-да, 50 кредитиков. Опа, получили, нормально. Немножко, как говорится, окупили. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.